Сегодня жарим шашлык из телятины. Выкладываем в два ряда камни. Посередине разжигаем костер из древесного угля. Когда угли немного прогорят и появится жар, начинаем жарить шашлык. Выкладываем на специальную решетку мясо, лук равномерным слоем. Закрываем решетку на фиксатор. Решетку с мясом и луком кладем на камни. Периодически проверяем жар, исходящий от костра. Машем куском картона для разжигания жара в углях. Как только одна сторона зарумянится, переворачиваем решетку на другую сторону. Периодически проверяем угли, чтобы жар был в них равномерным.
Переворачиваем решетку несколько раз, пока мясо не будет готово. Лук может немного подгореть, но это не страшно. Готовность мяса проверяется ножом. Если при прокалывании ножом куска мяса из мяса не выделяется кровянистый сок, значит шашлык готов. Мясной сок должен быть прозрачным. Три килограмма телятины хватает на две таких решетки. Готовый шашлык подаем с огурцами, помидорами и зеленью. Приятного аппетита!